Короче, он, я такой говорю, сколько, я вам 16 тысяч отправлю, он говорит, нормально. Я такой, ну я ему перед этим говорю, пацаны, пи***ь некрасивые, вы подходите, типа, взрослые, блядь, лбы, ебать, можете сами нахуй работать, блядь, деньги клянчите, нахуй. Вот. И потом такой чел, ну, я его просил не снимать, он такой говорит, я тебя не снимаю, я говорю, что ты пи***ь, я говорю, даже в этом пи***ь. Вот, и отправляем деньги, и мне просто звонят с Тинькова, говорят, что это, типа, челы, блядь, уже 7 транзакций за сегодня сделали, нахуй, типа, по 20 тысяч рублей, типа, не всех наеб***, я говорю, что вы пи***ы, ебать. Они такие, нет, и чел начинает орать, блядь, у меня китайский айфон, купи мне новый айфон, я говорю, вы чё, ебаные, блядь, и просто взял, уехал, и все.